Погиб Александр Сергеевич. Варианты. Варианты, пока никто ничего не говорит. Его укусила змея. Подожди. Его укусила змея, первый вариант. Подстрелили на войне. Или был смертельно ранен на дуэли. На дуэли был ранен. На дуэли, вот девочка крикнула. Так, иди, иди сюда к нам. Мы тебе дарим вот эти. Это что у нас? Это стихотворение. Пушкина не знает, но ничего, молодец, малыш, выучит еще успеет. Итак, мы идем дальше. Кто убил Пушкина? Что такие у нас серьезные вопросы изначально, ну ничего, ладно, так. Слушаем, слушаем. Жан-Батист Эммануэль, тебе тоже подарочек. Так, а как тебя зовут? Лаура. Лаурочка, это у нас Лаура, давайте ей похлопаем, она умница большая. А может, она знает стихотворение? На дубе том, и днем, и ночью кот ученый ходит, налево сказку говорит, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы невиданных зверей, и пушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей, там лес и дол видений полных, там о заре прихлынут волны, на бред песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленя в облаках перед народом, через леса, через поля колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою егой идет, придет сама собой. Там Русью пахнет, и я там был, и мед я пил. У моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорит. Да, давайте похлопаем громко. Лаурочка Жердухова, аплодисменты. Да, отвечаем быстро, так. Ну, здесь три варианта, мы должны быстро ответить. Когда в нашей стране отмечается Пушкинский день? 1 сентября, 8 июля или 6 июля?
Так, 6 июня. Ну, Лаврочка у нас тут самая крутая, да. Ну, кто еще у нас отвечал? Я не знаю, но мы же не можем все дарить одной. Она лучшая. Так, кто? Вот мальчик у нас кричал. Иди сюда, мы тебе тоже дадим конфету. Так, тебя как зовут? Юсуф. Юсуф его зовут. Давайте похлопаем, какой молодец. Варианты. Ирина Родионовна. Марина Родионовна. Арина Родионовна. Арина. Так, вот была с этим белым девочка, да, у нас. Это кто? Дракончик у тебя? Мы идем дальше. Кто был лучшим другом Александра Сергеевича? Варианты. Петр Чадаев. Михаил Лермонтов. Или же Иван Пущин. Так, вот девочки были. Иди сюда, вот в черной курточке девочка. Это тебе. Тебя как зовут? Алина. Алиночка у нас правильно ответила. Давайте ей похлопаем. Так, важный вопрос. В каком году родился Александр Сергеевич? 1799, 1804 или 1899? Девочки знают, да, ответ. Но ты у нас уже выигрывала, поэтому пусть придет твоя подружка. Вы вместе ответили, я видел. Иди к нам. Ой, молодец. Браво, Аминочка, давайте ей похлопаем. Поддержим ее аплодисментами. Итак, мы идем дальше со своими вопросами. А что тут у нас? Так. Юный Александр Сергеевич Пушкин. Варианты: в кадетском корпусе, в царско-сельском лицее или же в московской гимназии. Не слышу еще. Раз вот там стоит делегация, я думаю, может, эта девушка вот там прячется, наверное, за мамой. У нас в желтом стоит девочка, вот она. Оттуда был звук, может быть, это она и была она. Давайте ее тогда. Соты, известия или современник? Современник. Повытаскиваю вот все конфеты. Так. Какая фамилия предков Александра Сергеевича по материнской линии? Это у нас сложный вопрос. Так, Жуковские, Ганнибал или Романовы? Ай, молодец! Давайте ей похлопаем. Она сразу ответила, Ганнибал. Так, и мы сейчас продолжим. У нас для вас выступает сестра нашей замечательной Лаурочки.
Чистое становится, он более воспитан, более культурен. Если мы хотим, чтобы у нашей молодежи была чистая речь, чтобы наша молодежь была культурной, мы должны развивать поэзию. Мы должны делать так, чтобы молодежь побольше читала стихи. И сегодня я вам прочитаю один стих, удивительный, который написала Инна Кашежева в честь Александра Сергеевича Пушкина, если позволите. Кавказ подо мною, а тропы все вверх, туда, где туманы сплошной пеленою. Ах, Пушкин, в какую затею ты вверх меня этой фразой? Кавказ подо мною, Кавказ подо мною, а он надо мной. Скажи, что мне...